Год рождения будущего строителя и первого воеводы Самарской крепости Григория Засекина неизвестен. Но потому что первые упоминания о нем как об осадном главе появляются в разрядных книгах в 70-е годы 16-го столетия, можно предположить, что родился он в конце 40-х или в самом начале 50-х годов. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».